Ви погано себе почуваєте, не хочете нічого робити. То ви ледачкуєте чи просто втомилися? Про хронічну втому будемо говорити з Павлом Сарапіном, психологом, психотерапевтом. Доброго дня, пане Павло. Добре. І, знаєте, одразу хочеться сказати, що ті люди, які постійно почувають себе погано і їм нічого не хочеться робити, не завжди ледарі. Ні. Не завжди. Ні. Може так статися, що вони просто втомилися. І хронічна втома, що це таке? Чи є справді таке визначення, про яке нам потрібно пам'ятати і знати усім? Ну, хорошо, давайте почнемо з того, що чоловік – це така ж хороша машина, як і все остальное. І так як це машина, то для цієї машини завжди повинна бути, прежде всего, соответствующая нагрузка, которую эта машина може просто-напросто виповнена бути. Тому давайте, опять же, починати з того, що чоловік, коли рождається, йому потрібно давати інструкцію по експлуатації і обучати його пользуватися цією машиною. Якщо ми, опять же, будемо говорити дуже просто, то кожен із нас, покупає бытовую технику, получает инструкцию по эксплуатации, где завод-изготовитель этой техники нам очень подробно и качественно рассказывает о том, что мы должны делать для того, чтобы эта машина у нас служила долго верой и правдой. Но, к сожалению, каждому человеку такой инструкции нет, и поэтому, если мы перегружаем эту машину, начинаем ее использовать не по назначению, мы обязаны столкнуться с такой ситуацией, что эта машина сначала чувствует себя очень плохо, утомленно, а потом вообще ломается. За последние 15 лет во всем мире есть такая очень плохая тенденция, что появился очень такой модный симптом, синдром заболевания, как синдром хронической усталости или синдром менеджера. Когда человек из-за того, что испытывает избыточные нагрузки, начинает ощущать себя плохо. Все начинается, опять же, с того, что он чувствует какую-то вот сначала апатичность, потом ощущает, что он утрачивает интерес к окружающему миру, а потом к этому ко всему начинают присоединяться и психосоматические заболевания. Угу. Если, опять же, говорить языком медицины, то последние 30 лет мы все чаще и чаще начинаем говорить о психосоматической медицине, о заболеваниях, которые возникают из-за того, что мы плохо руководим этой штукой нашей жизнью. И из-за этих проблем у нас возникают абсолютно все болезни. А це, ось те, що ви сказали, це виходить і фізіологічно, такі проблеми і психологічні, так? Yeah. Все разом. Це не просто людина втомилася від фізичного перенавантаження, а ще від того, що психологічно багато на неї всього, такий обтяжливий, так, якийсь в неї є період, коли вона багато думає, можливо, багато працює, можливо, це розумова діяльність, яка її перенавантажує. Може бути і так. Но давайте, опять же, начнем с того, что люди сейчас очень любят дружить с компьютерной техникой, и они знают более-менее устройство этой компьютерной техники, и когда они в своем персональном компьютере открывают такую диагностическую программу, как диспетчер задач, они смотрят, насколько загружен их центральный процессор, то насколько он способен обработать этот большой вал информации, которая поступает у нас извне. Если, опять же, делиться каким-то своим опытом, то я на протяжении последних 10 лет испытываю это избыточное уже напряжение, и если говорить проще, то раньше я мог спокойно позволить себе вернуться домой в 5 часов вечера, то 5 лет назад я мог себе позволить вернуться домой в 8 часов вечера, то сейчас я как утром ухожу, то я возвращаюсь домой в лучшем случае к 10 часам вечера, потому что объем информации, объем напряженной деятельности, которую приходится выполнять, увеличивается, еще больше увеличится. Поэтому подходим к тому, что человек имеет определенную, опять же, емкость, которую мы можем, опять же, вложить в те дела, которыми мы занимаемся. И мы, опять же, должны подойти к тому, что каждый человек еще помимо того, что выполняет определенные дела и может справиться с определенной нагрузкой, должен еще иметь зарядную станцию, которая обеспечит ему пополнение той энергии, которую мы вкладываем в руки. Не вистачає часу. Насправді, багато людей скаржиться на те, що просто його стало менше якимось чином. Не встигаються ті справи, які ви собі запланували, або їх багато просто. Ви собі, можливо, ви більше плануєте, ніж можете зробити. Але ж інакше ніяк.
І для того, щоб людина повноцінно жила, мала все, що їй потрібно для життя, вона повинна виконувати весь той перелік. Що ж тоді робити? Чи є вихід з цієї ситуації? Ну, для начала ми повинні, опять же, поговорити, що за останні роки ми бачимо, що момент інтенсифікації нашої житті увеличився во много раз. Тобто, коли чоловік раніше мог, опять же, передвигатися з міста в міст і побачити, що у нас небо голубе, що у нас розцвіли цвіти, що у нас все міняється в природі, то зараз він садиться в свій автомобіль і все пролітає мимо нього настільки швидко, що він, опять же, втрачає реальність, втрачає способность оценить эту реальность, теряет способность оценить свои возможности. И это, опять же, происходит с самого рождения. У детей отсутствует возможность оценить свои способности, отсутствует возможность оценить свои, опять же, границы. И из-за этого все ломается. Если, опять же, говорить, что нужно сделать, то, прежде всего, нужно вернуться к тому, что наша жизнь должна быть упорядочена, регламентирована, и мы должны жить по распорядку. И мы должны, как на производстве, соблюдать производственный процесс, который, опять же, будет очень четко хронометрирован. И мы должны понимать, что на прием пищи у нас должно быть выделено быть минимум 45 минут. Если... А если нет такого? Ну, знаете... Тогда мы будем расплачиваться язвенной болезнью. И это обязательный результат того, что мы нарушаем правила. И все люди, опять же, которые страдают этим заболеванием, знают, что они начинают есть очень быстро. И это мы не говорим о том, что есть еще еда качественная и некачественная. И многие люди сейчас перестали понимать, какую еду нужно есть для того, чтобы выполнить определенные задачи. Если говорить проще, то я опять же всем говорю, представим такую забавную ситуацию, что вам нужно выкопать кубометр земли. И вам за это предлагают, условно говоря, заплатить 10 рублей. И каждый из нас, взвесив объем необходимой деятельности с оплатой того, сколько нам за это предложили, говорят, нет, нет, нет. Поэтому мы, опять же, идем дальше и говорим, что мы для того, чтобы просто пополнить энергию для выполненной какой-то деятельности, должны съесть определенный вид еды. И эта еда должна по калорийности покрыть те затраты, которые мы обязаны вложить в нашу деятельность. Поэтому мы видим, опять же, того, что люди из-за этой интенсивной жизни начинают есть высококалорийную еду, но которая плохо усваивается в нашем организме, за счет этого ломается и момент метаболизма, за счет у нас появляются люди с избыточным весом. Большая Ой, так, вибачте, проблема. Що виходить? Виходить, що немає виходу з цієї ситуації. Якщо, ні, можливо, він буде, якщо людина собі побудує інший графік і не буде погоджуватись на те, на першу, ліпшу пропозицію, яка їй, можливо, зовсім і не підходить. Так? Да. Ось тільки так можливо вирівняти і зробити правильний баланс у своєму житті. Да. Для того ми повинні розуміти, скільки часу нам потрібно для відпочинку, скільки для роботи, скільки там ще для чогось. Але ж реалії нашого життя не завжди такими є. І ми дуже часто не можемо обрати. Тобто, насправді... Можемо. Так, вибрати. Тоді хочеться від вас почути, як саме ми можемо це обрати, адже ринок праці приблизно однаковий. Ну, ми не будемо брати зараз за умови інших країн, візьмемо наш ринок. Тобто, ми бачимо, скільки тобі можуть заплатити, наприклад, так? Скільки ти часу можеш віддати для цієї роботи, скільки часу ти можеш витратити на відпочинок і скільки часу ти можеш взяти на відпустку. Тобто приблизно однаковий, ну, може десь більше, десь менше, але в середньому, так? І людина за цих умов буде почувати себе погано. Хорошо, давайте, опять же, мы уже давным-давно пользуемся мобильными телефонами и другими девайсами, в которых есть аккумулятор. И каждый пользователь давным-давно обратил внимание, что от того, насколько он правильно заряжает свой девайс, насколько он соблюдает вот это правило полной зарядки, полной разрядки, вместо того, чтобы делать вот это так, тык-тык, и побежал дальше, тык-тык, и побежал дальше. Если мы соблюдаем это правило, то у нас аккумулятор ходит долго, и он обеспечивает максимально продолжительность, срок жизни этого аккумулятора. А если мы нарушаем эти правила, то все ломается очень быстро. С организмом точно так же. Я уже последние 30 лет, что общаюсь с людьми, всем говорю, что мы обязаны отдыхать минимум 21 день. Именно за 21 день у нас в организме успевает зарядиться наш внутренний аккумулятор, чтобы потом обеспечить продуктивную жизнь на протяжении этого года. И когда мы едем отдыхать на 5 дней, на 7 дней, на 10 дней, мы заряжаем свой аккумулятор в лучшем случае на 20%.
90%. А скажіть тоді, будь ласка, хто з ваших пацієнтів їздить відпочивати на 30 днів? Ну, добре, 21. От хто з них? Є такі? Є. Їх багато? Нет, к сожалению, нет. К сожалению, нет. И за это мы расплачиваемся своим здоровьем. То есть мы внутри себя постоянно взвешиваем. То, сколько мы получаем, с тем, сколько мы отдаем. И я вот опять же бью большую тревогу, что у нас сломался этот механизм внутренней оценки тех ресурсов, которые мы отдаем за то, что мы за это получаем. И синдром менеджера, синдром эмоционального выгорания, вот эта хроническая усталость, это как раз, опять же, результат вот этого отсутствия возможности взвесить и правильно оценить. Добре, ми тоді насправді розуміємо усю необхідність жити інакше. І для цього нам потрібно визначити увесь план. Да. З самого початку. Да. От коли ми йдемо в школу, наприклад, так? Да. Ну, візьмемо вже такий вік, коли дитина може розпоряджатися і може вільно розпоряджатися своїм часом. Нехай трошки батьки допомагають, але все одно деякі години вона може сама собі визначити, що вона буде робити і як. От давайте ми спробуємо зробити отакий аналіз для кожного віку. Тобто візьмемо там середній шкільний, старший шкільний, потім далі вже дорослої людини. І будемо визначати, як правильно це робити, для того, щоб люди розуміли, як їм побудувати оцей весь графік свій. Если мы говорим, опять же, начиная со школы, то очень часто я сталкиваюсь с ситуацией, что родители приходят со своим ребенком, в частности с мальчиком, и говорят: доктор, давайте мы его отдадим в школу в 6 лет. А мы объективно видим, что у этого ребенка еще нет возможности выдержать эту эмоционально-физическую нагрузку, которую он в любом случае получит в этой школе. И когда я им стараюсь это объяснить, они говорят: ну как же, вот он пойдет в тот момент, когда будет готов и не успеет в жизни реализоваться. И они пытаются из этого ребенка уже на этапе такого раннего формирования уже выжать абсолютно все соки и сломать его жизнь в будущем. Они уже, начиная с ранней школы, ломают вот этот правильный механизм формирования своей жизни, правильный механизм регламентирования своей жизни. Опять же, если мы говорим о младшей школе, то мы должны четко помнить, что прежде всего момент готовности или неготовности к школе – это способность удерживать внимание на протяжении этих 45 минут, когда длится этот урок. И мы видим, что у ребенка, которого мне привели, у него внимание фокусируется максимум на 15 минут, а потом он начинает отвлекаться, начинает падать под парту, искать там что-то, или начинает опять же гиперактивно себя вести, потому что у организма нет возможности сосредоточенно, внимательно что-то делать, что-то слушать. Но дети, опять же, они не подвластны еще себе. Их родители берут за шиворот и говорят: будешь, сделаешь. И ломают это все. Ну, це взагалі, бачите, виходить, з самого дитинства нам вже нав'язали определенный стереотип поведения. Так, оцей стиль поведінки, ми його повинні утримувати. Далі ми його утримуємо настільки, що вже потім нічого не можемо зробити. Ми вже не відповідаємо за свої вчинки, вже доросла людина, вона пригадує себе в дитинстві, вона знає, що їй треба. І оце треба, так, воно, можливо, когось вже і зламало в дитинстві, а можливо, когось ламає протягом життя. Дуже страшні речі, от те, що ви розповідаєте насправді. Але ж хочеться змінити ситуацію, хочеться зробити нормальний графік, зробити так, щоб людина відповідала за свої вчинки і була здоровою. Эмоционально, физично, психологично. Тогда еще одна большая страшилка. Это мы поговорили по поводу детей, по поводу их обыкновенной жизни, но мы сейчас все чаще и чаще сталкиваемся с тем, что мы живем еще в виртуальной жизни, и в этой нашей виртуальной жизни есть возможность сохраниться, перезаписаться и переиграть. И у детей, хотим этого или не хотим, складывается вот такой забавный стереотип поведения, момент отношения к жизни, что они смогут в следующей жизни, когда они станут кошечкой, прожить счастливо. Поэтому это еще одна большущая проблема, которая ожидает нас в отдаленном будущем, и синдром хронической усталости, когда мы чувствуем себя опустошенными, когда мы плохо спим, когда нам ничего не хочется, просто меркнет по сравнению с тем, что нас ожидает в ближайшее время. Ой, пане Павло, знаєте, хочеться ж жити нормально. Я тому якраз хочу запитати вас.
Як ми можемо собі зарадити? Добре, ми вже визначили, що хронічна втома є, що ми неправильно живемо, у нас неправильний графік, і ще з дитинства сформований. Да. Тому для того, щоб виправити ситуацію, нам потрібно діяти. Да. Так от, давайте почнемо з першого пункту. Що Первое. Нам зробити? Перше. Это качественный сон. Потому что от того, какое качественное у нас зарядное устройство, то есть момент сна хотя бы, мы дадим возможность себе более-менее адекватно минимум 7 часов. В наших условиях это минимум 7 часов. А если не спится? Ну вот, если родина хронично... Стоп, давайте тогда опять же мы будем говорить о том, что значит не спится. Не спится – это когда вы свой мобильный телефон вместо того, чтобы выключить, просто опять же оставили в режиме выполняемых каких-то задач и программ. Поэтому опять же очень важный диагностический критерий качественности сна. Это вы легли и сразу же провалились в сон. Если вы успеваете перевернуться хотя бы 3-4 раза, это говорит о том, что ваши компьютерные программы продолжают выполняться. Они опять же едят энергию. И ни о какой качественной зарядке мы уже не можем говорить. Вот это вы для того принесли? Да, батарейки. Руководство пользователя. И принесло такую толстую книжку, и принес эти батарейки, чтобы показать, что внутри нас все точно так же. И да, все очень печально, потому что нет еще механизма, который обучает людей жить правильно. Нет у нас института обучения жить здоровой жизнью. Потом, если опять же возвращаться ко сну, то мы должны просыпаться с состоянием того, что мы хотим жить, мы хотим что-то делать. Большинство людей сейчас жалуются мне, а я вообще никогда не знал о том, что можно проснуться с состоянием отдыха. Я говорю, замечательно. Ну так. Перше – це сон. Друге. Да. Второе – питання. Ми повинні їсти їду, яка буде покривати наші затрати по енергії. Плюс, опять же, ця їда повинна покривати мало того, що затрати по калоріям, вона ще повинна приносити нам удовольствие. А більшість людей зараз сталкивається з тим, що воно быстро їсть. Не помічаючи їдять. Да, не бачить, що їсть, і у нас теряється момент отримання удовольствия від їди. А їда – це пищевий оргазм. Чоловік має наслаждатися удовольствием від того, що він їсть. Если мы не получаем удовольствие от того, что мы едим, у нас ломается механизм насыщения, у нас ломается механизм правильного перерабатывания этой пищи, то есть усвоения этих питательных веществ. Так, это другое. Третье. Это второе. Третье, мы должны, опять же, фильтровать ту эмоциональную нагрузку, в которой мы живем. Поймите, что точно так же, как в вашем компьютере, в мобильном телефоне есть спам-фильтр, в вашей жизни все должно быть точно так же. И ваш внутренний бренд-маузер должен защищать вас от негативной информации. И если вы видите, что навстречу вам идет угрюмый человек, то вы должны от него максимально держаться подальше, потому что вы подвергнетесь вот этой вирусной атаке, и он испортит вам настроение и съест у вас просто бездну энергии. Но тогда это все? Нет. Это только маленький кусочек того, что вы должны делать. Вы должны себя окружать людьми, которые будут с вами единомышленниками, которые вас окружат вот этой правильной оболочкой, правильной аурой наполненности и насыщенности. Плюс, опять же, вы помните, что гуртом и батька краще быты, поэтому от того, насколько вы объединяетесь в дружный коллектив, настолько вы максимально интенсифицируете и максимально оптимизируете те задачи, которые вы выполняете. Есть много таких очень интересных экспериментов, которые люди проводили. Один из этих экспериментов говорит о том, что когда человеку предлагают поднять тяжесть, он ее один поднимает на уровне максимальной своих возможностей. Но когда двум людям предлагают поднять эту тяжесть, то они поднимают эту тяжесть на 50% от своих возможностей, то есть у них происходит момент оптимизации ресурсов. А когда мы говорим о коллективе, то мы выполняем все наши виды деятельности в лучшем случае на 20-25%. За счет этого ресурс каждого человека увеличивается многократно. Так, ну що ж, ми тоді зрозуміли вже, що сьогоднішня тема була надзвичайно важлива для кожної людини. Да. Ми знаємо тепер, як нам побудувати своє життя. Ми вже тепер дізналися, що ну хоча б спати, їсти і оточувати себе позитивом – це люди. Дуже важливо. Да. Насправді, мало хто робить навіть оці три пункти. Да. Мало хто. К сожалению. І дуже хочеться, щоб ми всі це розуміли. І я вам вдячна, що ви прийшли сьогодні саме з такою темою. Ми про все це дізналися. І я так сподіваюся, що втомлених людей буде набагато менше. Будемо надіятися. Будемо сподіватися і зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.